Буслик, починай. А може не треба? Треба, спречку проиграв, тобі і задання виконувати. Ква, 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 ква. Давай, 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 давай. А ти казав, не вмію. А тепер я ще скачи, як жабка. Что? Давай, давай. Ква, 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 ква. Добрый вечер, деточки. Ква, 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 ква. Хромчи, жабка, хромчи. Ква, 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 ква. Ой, куди это я трапив? Топа, буслик, привітання. Салют. Я давай, давай. Дядулечка, добродій, ратуйте. От кого? От топи. О. Ён мені квакать примушає. Як это примушає? Не слухайте, дядуля добродій. Ён мені сам спречку проіграв. І тепер повинен виконувати моє завдання. Буслик, ходи сюди квакать. Не-не-не-не-не. Не отдавайте меня. Не бойся, маленький, не отдам. Зараз разберемся. Рассказывайте, что у вас тут за спречка отбылась. Ну, мы вчера вечером поспрачались. Да. Кто из нас сегодня ранее устанет? Так. Я выиграл. Ха, подробязней. Легли мы вчера пораней, как не проспать. Али я все предугледил. Я ж разумный. О, завел будильник. Раніцей ён зазвінеў, і я ускочыў яшчэ да світанку. Зазіраю ў пакойчык бусліка, а ён дрыхне і ў вус не дзьме. Ну, вось так і атрымалася. Я выйграў, а ён прайграў. Буслік, усё так і было? Так, і цяпер топ прымушае мяне квакаць, а я не хачу. Цяпер мне ўсё зразумела. Што вам зразумела? Что наш топа адметный хитрун. Чому гэта? Я на сам рэч выиграл, хіба не? А будильник? А будильник? Что? А, ты им скрыстався, а буслик не. Хіба гэта сумленно? Так, не по-сябровку. А про будильник домовы не было. Значит, можно было им корыстаться. О, вот ты як думаешь. Тады пропаную... Эксперимент. Який? Экспериментальный. Який эксперимент, дядуля добродей? Зараз доведаетесь. А мы с тобой, буслик, вот что зробим. Так. Топа, буслик, цікаво, а кто з вас мацнейший? А что тут думать? Ну, вядома ж, я. А ты не хвалися, ты докажи. Ага. Ти боїся. Я? Ні кроплі. Так спрачаємося. Легко. На что? Ха, на жадання. Добре. Дядуля добродій, розбійте. Розбиваю. Раз. Спречка почалася. А ну, хто з вас кого перетягне? Вот так. 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 И... Починаем. И... Ой, да что такое? Что? Сил маловато. Ничего, ничего. Зараз я... Ура! Ура! Я перемог, перемог. По мне дядуля добродей да помог. Что? Так не по-сябровску. Чому гэта? Домовы не было, каб мне ніхто не допомагал. Тому, топочка, квакай. Не буду, я не жабка. А як же спрэчка? А яна несправядлівая. А як ты будильником скарыстаўся, так само несправядліва было. Тому квакай. Дядуля добродей. Квакай, топочка, ага. Квакай. Ква. Во. Громчей. Яще, яще. Ну все, 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 буслик, хопить стопы науки на сегодня. Сподяюся, ты все зрозумел? Все, я более не буду хитрить. И над бусликом сдекаваться не буду. Мне так соромно. Пробачь мне, буслик, коли ласка. Пробачаю, мы ж сябры, и ты меня пробачь, коли ласка. Ура!
Дякую, сябра. Не бежить и не хитрить. Конечно, бо хитрики рано ти поздно раскрываются, и потом вельми соромно будет. Я это на себе сегодня чу. Але хопись про это. Давайте лепей мультфильм поглядим. Задовольнением. Куферок чаровный, зроби нам ласку, отнеси у чаровную каску. Ну, вот и все. Засталось только зубки почистить и по ложках разыстить. Ага, и никаких спрачек топа. Добро, добро. Бывайте, девчонки и хлопчики. До побачения, сябры. Доброй ночи, деточки, мои любые кветочки. В очки закрываются, сны каски починаются. Теплый день отплывает за облаки, синий тень, сонный тень отползает куда далеки, сбегли зайки все в ряды, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои дома. Баю-бай, разом с нами засынай.